Всем привет! Продолжаем путешествовать по моему городу, Васильевский остров, высшие женские бестужевские курсы, ЛГУ, математико-механический факультет, 10-я линия Васильевского острова, дом 31-33. Авторы, архитекторы Красовский, Устругов, Писецкий, год постройки 1890-1900, стиль модерн. 10-я линия, дом 31, архитекторы Хофер, Красовский, год постройки 1873-1898-1900. Доходный дом. Архитектор Хофер Яков Карлович, 1873. Это по дому 31. 1898-1900. Красовский Александр Федорович. Дворовый корпус. Лицевой трехэтажный дом, построен в 1873 году архитектором Хофером. В этом доме жили 1895-1896 художник Бегров, 1891-1894 гидрометеоролог Рыкачев. В 1898 дом перешел к высшим женским бестужевским курсам. В 1900-х годах архитектор Красовский пристроил двух-трехэтажный дворовый корпус с библиотекой. Дом 33. 1890-е. Архитектор Красовский Александр Федорович. 1900. Устругов Дмитрий. Писецкий Владимир Николаевич, стиль модерн. 1902-1903, гражданский инженер Писецкий Владимир Николаевич, Покровский Сергей Васильевич, корпус во дворе. В 1809 году башня обсерватории. ЛГУ, математико-механический факультет. Бестужевские курсы размещались на 10-й линии дом 31, дом 33, дом 35 и в Среднем проспекте дом 41-43 по Васильевскому острову. В 1902-1903 годах вдоль восточной границы участка гражданским инженером Писецким и Покровским был возведен трех-четырехэтажный корпус с аудиториями и столовой. Корпус связан с главным зданием перехода, над которым в 1909 была сооружена башня обсерватории. Это один из лучших в городе комплексов учебных зданий периода поздней эклектики и модерна. Я пользуюсь данными сайта City Walls. Санкт-Петербургские высшие женские бестужевские курсы – первое женское высшее учебное заведение в России. Курсы были открыты в 1878 году по инициативе Бекетова, Стасовой, Трубниковой, Философовой и назывались бестужевскими по имени их первого директора, официального учредителя, профессора русской истории Бестужева Рюмина. Срок обучения составлял 3-4 года. В первое время принимались женщины от 21 года со средним образованием, позднее окончившие курс в гимназии без ограничений в возрасте. Обучение было платным, многие педагоги работали безвозмездно, в числе преподавателей Будуэн де Куртене, Бородин, Венгеров, Добиаш Рождественская, Зелинский, Менделеев, Овсяника Куликовский, Острогорский, Платонов, Страннолюбский, Сеченов. Выпускники получили право преподавать в женских средних учебных заведениях и младших классах мужских. Ну и, конечно, среди слушателей Крупская, Кочина, Кудели, Муцулевич Верениус, Пигулевского, Самойлова, Тревер, Тиме, Форш. 1918-й преобразованный в Третий Петроградский университет, включенный в 1919-м в состав Петроградского государственного университета. Вот что писал «Вечерний Ленинград» в 1966 году. Много замечательных страниц в истории революционного движения в России и культурной жизни нашей страны писали воспитанницы высших женских бестужевских курсов. На белом мраморе начертано. Здесь с 1885 по 1918 год помещались высшие женские бестужевские курсы, на которых учились Крупский, Ульянов, Ульянова, Самойлова, Кудели, Фотила и другие видные участницы революционного движения в России. Ну, так вкратце о высших женских бестужевских курсах. ЛГУ, математико-механический факультет, 10-я линия, дом 31-33. Данные сайта City Walls. Пока-пока, до свидания.